Люди, которые живут на улице Княжье Поле, рассказывают, что в их микрорайоне ведется застройка, поэтому здесь пока нет ни одной школы и детсада. Расстояние до ближайших образовательных учреждений около 2 километров. Некоторые водят детей в детский сад и школу искусств Недостоева. Для этого они проходят через поле и заброшенные дачи. Вообще, я считаю, что нужно здесь сделать освещение, потому что, конечно, по вечерам здесь уже опасно ходить, страшно, потому что поле, ничего не видно. Опять же, здесь дача. Участки, собаки могут быть какие-то. Но я бы, например, своего ребенка не отправила бы здесь. По сути дела, пустырь, он не освещен, темный, грязный. То есть детей сюда никто не пустит. Этот район надо соединять тем же. Люди отмечают, что данный маршрут опасен. Здесь есть заброшенные здания, свалка, стая бродячих собак. Беспокоит жителей и отсутствие освещения. Они считают, что все эти вопросы необходимо решить. Сделать отсыпную дорожку и сделать освещение хотя бы не так уж часто, но тем более столбы есть, запитаться ездили. Чтобы дети ходили у нас спокойно. Так ведь страшно уже здесь. Даже нам взрослым здесь ходить. Нужно здесь освещение сделать, нужно здесь дорогу сделать, потому что многие пользуются детским садом и школой. Район-то новый, конечно. И еще бы пожелание, вот здесь небольшой бы скверик сделать. Жители улицы Княжье Поле надеются, что в их районе сделают безопасную дорогу. А еще что в ближайшем будущем в Семчино построят школу. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».